Друзья, всех приветствую, с вами интернет-магазин antlife.com.ua, меня зовут Александр. Перед вами две модели оригинальных айфонов четвертых, четвертый iPhone Black на 16 гиг и четвертый iPhone White на 16 гиг, черный и белый. Данные модели я снимаю не как обзор, потому что обзоры на эти модели я делать не буду, в сети многочисленное количество различных профессиональных обзоров. Я снимаю этот ролик для тех, кто собирается эту модель у нас покупать. Перед вами iPhone 4 версии Refurbished Neverlock. Эти айфоны не залочены под определенный оператор, то есть вы можете его купить и на территории Украины, да и где угодно, в принципе, поставить любую симку, и он будет с ней работать. Этого абсолютно не бойтесь. Далее. Эти айфоны версии в Refurbished. Что такое Refurbished в двух словах от меня? Refurbished — это заводское восстановление телефонов. Данная модель является уже довольно-таки старенькой. Выпускались они более 5 лет, ну не более, а вот выпускались они около 5 лет назад. То есть физически новых айфонов четвертых уже просто-напросто нигде нет. Они все так или иначе восстановлены, они все refurbished, и если некоторые магазины не пишут об этом, то я считаю, это просто обман покупателя, потому что физически уже невозможно, чтобы эта модель не была восстановлена, просто новых их просто-напросто не осталось. Поставляется эта модель вот в такой вот коробке. Вот так вот коробочка выглядит. Снимаю ролик, чтобы для вас это не стало чем-то неизвестным. То, чтобы вы не думали, что вы заказываете кота в мешке. Вот вы заказываете эти модели, те, кто будут заказывать. В комплектации у нас есть скрепка, документация на телефон и стандартные аксессуары. Аксессуары вот такие. По состоянию телефонов, все телефоны новые, оригинальные, состояние телефонов идеальное. Вот внешне выглядит эта модель вот так. Давайте покажу вам вблизи его. Под пленками он идеален, все стеклышки в идеальном состоянии. То есть, ну, в этом можно убедиться при получении на почте, приподняв эту пленочку. Внутри это оригинальный iPhone 4. Операционная система здесь у нас стоит. iOS 7, 7.1.2. Показываются IMEI, показываются все серийные номера телефона. Полноценный русский язык, ничего не здесь. Здесь вообще плохих никаких моментов нет. Никакого китайского в помине нет, потому что его здесь и не должно быть. Все отлично, все быстро, все круто работает. Экран очень яркий. Как бы нареканий у меня никаких нет. Эти смартфоны одни из лучших в плане компактности, в плане удобства. Там, допустим, что... Как бы современный фаблет на андроиде просто-напросто в карман положить невозможно, потому что там размеры экранов достигают 5,5-6 дюймов. Та же самая ситуация и с белым, он в идеальном состоянии. Все можно смотреть, все детально показываю вам, чтобы вы понимали, о чем речь и какой смартфон вы заказываете. Ну, заводские пленочки могут быть в таком состоянии, но под ними все идеально, вот в пленке это все. Тоже все оригинальное, скорее всего, тоже прошивка идет именно iOS 7. Да. Вот такие вот они айфоны 4 версии, восстановленные, refurbished, Neverlock. Можно смело покупать, цена сейчас просто сумасшедше низкая. За такую цену
Ну, цена вот у нас на сайте продается 3290 вроде бы цена актуальная вот на момент дня, который, в который я снимаю. Ну, чтобы вам так сориентировать, 3290, но это бюджетный китайский телефон, можно на эти деньги купить. Ничего хорошего, такого стоящего, мощного, производительного и нового из китайских смартфонов на Android вы просто-напросто не купите. Это старенькие модельки будут, либо с очень-очень слабеньким железом. На этом, в принципе, все. Вот такая информация по поводу iPhone 4 Refurbished версии. Смартфон, я считаю, что можно смело покупать. Не переживайте за их состояние. Состояние будет такое, вот как сейчас на видео. Ну и плюс на почте вы сможете это все еще самостоятельно своими руками проверить, прощупать. На этом все. Спасибо за внимание. Звоните, покупайте iPhone 4. Спасибо, всего доброго.